И, друзья, мы с командой РЖ Тренинг приготовили для вас на сегодня игру. В протяжении всего дня в историях будут спрятаны буквы, из которых надо будет составить слово. Первая буква уже спрятана в истории с командой, где мы работаем. Поэтому вернитесь и поищите эту букву. Первым трем участникам, кто угадает это слово и будет отслеживать все истории, мы подарим супер подарок, который еще никому никогда не дарили. Поэтому давайте все соберемся и будем участвовать. Это картина. Алмазная мозаика. Кто ее собирает? Я. Красота какая. Чего вы занимаетесь в свободное время? Читаем книжки. Какие? Покажи, пожалуйста. Время бульон. История для души. Читала книжки. Да. Смотрим фильмы. А еще? Я пишу отчеты. Для Олимпийского комитета. Для Олимпийского комитета, да. Вот две девочки живут, а у нас четыре кровати в комнате. Да. Сегодня у нас пиз на весь мир. Сразу всех предупреждаю, что завтра у меня будет выходной от истории, поэтому не теряйте меня. Мы очень тщательно готовимся к новому марафону, о котором я вам расскажу на следующей неделе. А пока в следующей истории выложу тему постов, которые вас ждут на следующей неделе.